Всем привет. Вот в ремонте такой аппарат. Поварись. Моделька. Пошел запах горелого пластика. Включать не буду. Надо посмотреть визуально, может, видно будет все. Тоже все чистенько, никаких нарушений нет. Так, надо будет нагрев. Будем наблюдать, где греется. Нагрев идет, щелкает релюшка, пока запаха нету.
запаха щелкается. Сейчас немножко поработает, прощупать надо провода. Включился, все, пощупаем сейчас. Этот провод нагреется. Так, здесь винты ослабли просто. Опять включать. Ладно, все, можно собирать. Thank you.
все будет работать. Всем пока.